Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я вам хочу рассказать и показать, как легко и просто самому создать свой YouTube канал. Еще раз говорю, это делается все легко и просто. В предыдущем видео я вам рассказал, как создать аккаунт Google, или проще говоря, почту. И вот здесь вот в углу, как видите, у меня появилась буква К. Это первая буква названия моего канала. Она появилась спустя 2 дня. И теперь нажимаем на нее и нажимаем «Создать канал». Появилось у нас вот такое вот окно. Сделайте первый шаг. После создания канала вы сможете публиковать ролики, взаимодействовать со зрителями и раскрывать свой творческий потенциал. Можете нажать подробнее и посмотреть, что там написано. И теперь нажимаем «Начать». И у нас открылось вот такое окно. Выберите способ создания канала. С вашим именем создать канал, используя имя и фото профиля из вашего аккаунта Google, то есть из аккаунта компьютерной радости. Выбирая этот вариант, вы принимаете условия использования YouTube. Можно выбрать этот вариант, канал тогда будет создан на вашем аккаунте. Или с другим названием вы можете указать название своего бренда или добавить новое имя и фото. И выбрать этот вариант, я выбираю вот этот. И у нас открылось вот такое вот окно. Вы создали канал компьютерной радости. Или же тот канал с вашим названием, который вы выбрали. Первый шаг сделан. Осталось сделать несколько действий. Их можно сделать сейчас или позже. То есть можно сейчас добавить свою аватарку, значок канала. Написать описание канала, о чем ваш канал. Или же добавить ссылки на социальные сети, которые у вас существуют. Также можно добавить ссылку на свой сайт. Но я выбираю сделать это все позже. Ну что ж, друзья мои, поздравляю. Вот так вот просто создается канал на YouTube. Как я и говорил, все делается легко и просто. Осталось нам только его настроить. Тоже настраивать нужно правильно. У меня будут продолжаться уроки по настройке вашего канала. Так что оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока!